Я, Пупышев Владимир Георгиевич, проживаю в доме 44 по улице Чкалова в городе Кисловодске. Вот у нас огромная проблема. Стоит котлован с 2008 года, который мы не можем удалить, потому что собственник одной из квартир, построив его самовольно, сумел его узаконить каким-то образом, без привлечения наших, значит, жителей, собственников трех домов. Узнали мы об этом только через, практически через 7 лет мы узнали об этом событии. Почти в центре города вот это захламленное, значит, место не можем мы использовать, потому что другого места у нас нет для создания зоны отдыха и детской площадки. Дети где угодно вынуждены бегать. Мы хотим, чтобы этот котлован ликвидировали, восстановили в прежних условиях вот эту земельную площадку. И здесь детская площадка была организована. Это вполне реально на сегодняшний день.